будет упорной, по-настоящему боевой. И очень хотелось бы, чтобы эти команды, которые, еще раз повторяю, испытывают пока определенные трудности, и не выстроил Лестер еще свою прежнюю чемпионскую игру, и у многих вопрос, выстроит ли в этом сезоне, может быть, просто команда выстрелила вот в том чемпионате, она больше не способна, хотя у Клаудио Раньери наверняка есть другие мысли на этот счет.